Всем привет! Сегодня приготовим вкусную пшенную кашу с тыквой. Нам понадобится 2 стакана молока, 2 стакана воды, стакан пшена и 500 грамм тыквы. Тыкву порежем на небольшие кусочки. Пшено промываем в холодной воде и затем сливаем воду. И такой совет. Чтобы пшено не горчило, заливаем пшено горячей водой. И промываем еще раз. Тогда ваша кашка не будет горчить. Перекладываем пшенку в подходящую кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения. После того, как вода закипела, добавляю тыкву. Закрываю крышкой и варю 10 минут. Прошло 10 минут, добавляю молоко, соль, сахар по вкусу. Я кладу половину чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Все хорошенько перемешиваем, закрываем крышкой и варим полчаса. Не забывайте ее перемешивать, потому что она может подгореть. Вкусная кашка готова. Приятного аппетита, пупсик!